чешское телевидение представляет Макси пес Фиг. Рождество. За лесом стоит домик, в нем живет Айя, а в будке Макси пес Фиг. Привет, Айя. Доброе утро, Фиг. Меня так и распирает рассказать тебе, что я сегодня видел во сне. Ну не тяни, рассказывай. И снится мне, что стоит прекрасная зимняя ночь. Я никак не мог заснуть, и все смотрел на снег и на звездочки. Что там случилось? Бежим, посмотрим. Фигу! Стой, Фиг! Ведь это волшебник из моей книжки! Фиг, давай за ним! Поторапливайтесь, поторапливайтесь. Что здесь происходит? Скажите на милость. Мы собираемся на большой рождественский праздник в страну сказок. На великий ваночный вилен до погадкове жище. Возьмите меня с собой. Совершенно исключено. Это праздник только для сказочных персонажей. Привет, Фиг! Как ты думаешь, они меня не узнают? Айя, не выдумывай. Ну, чао. Пожелай мне удачи. Счастливого путешествия в страну сказок. Полетели. Чую человеческий запах. Кто это у вас здесь, мамаша? Никого, сыночек. Спи спокойно. Спи, мы уже скоро приедем. Мама, не надо мне рассказывать сказки. Здесь пахнет человеком. Ух ты! Я так и знал, фальшивая принцесса! Ловите ее, ловите! Лови! Загоняй! И что, неужели меня поймали? Разумеется, поймали. И ты меня бросил в беде? Не опережай события. Все узнаешь в свое время. Держи ее! На помощь! Сюда! Друзья! На помощь! Это, конечно же, была Айя. Помогите! Ура! 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 Ура!
Ура! Попалась, попалась, попалась. Пусть ее слопает дракон. Сохрани дракон. Нет! Но дракон спал, как убитый. Спасайся, кто может. Ну что, Айя, ты куда? В страну сказок или домой? Наверное, лучше домой. А потом мы падали, падали, пока не упали. Тут я и проснулся. А как же сказочные герои? Ты думаешь, они вернулись в книжку? Думаю, что да. Им там гораздо лучше. Конечно, если книжку никто не заляпает или не порвет. Фильм подготовлен к эфиру агентством Мосфильм ТВ-Медиа.